Обратившись к экстрасенсу, Галина услышала, что ее сын может находиться в рабстве в Арабских Эмиратах. Возможно, именно там он и попал в аварию. Лицо, все, нос, рот, все. Такие же руки, вот широкие, вот как у меня. Похож очень. Мне кажется, это он. Хотелось бы ДНК взять и убедиться, что, ну, если не он, то я хоть успокоюсь, что буду знать, что я что-то сделала, что я эту сторону не отвернулась, как говорится.